посмотреть, что это было за свечка. Хорошо, у нас были новые люди. Давайте послушаем тех, которые вообще не знали, куда едут. Они сегодня не все приехали. Давай, Наташ. Спасибо за доверие. Приехали люди, которые просто приехали и говорят: «Наталья сказала, нам надо быть, мы приехали». Да, здравствуйте, меня зовут Наталья. Мне действительно Наталья с Геннадием сказали, что мне надо быть. Я не знала, куда меня позвали. Это было, конечно, шок первый день. Я первый раз на таком мероприятии. В голове было очень много. Мысли. Не могла поставить точки над «и». Не можешь да разбирать, как у вас случилось. Но встретилась с такими людьми. Которые откровенно говорили о своих достижениях, о своих проблемах, жизненных таких вот неурядиц, с которыми они проблемы и перебороли и пришли действительно Господу Богу и открылись, и Он им помог. И я знала, что почувствовала, что Он мне тоже поможет разобраться в этой жизни, потому что много было проблем и в семье, и в бизнесе. Я занимаюсь экскурсиями, я знаю, что Наталья вот уже говорила, что я хочу людей возить по самым красивым местам Болгарии, по святым местам. И буквально на следующий день я сразу попадаю на экскурсию с такими людьми, показала им 6 мест, и столько благословений от них, столько было много-много. Спасибо за то, что действительно за один день я им показала 6 мест. Я разобралась в семье и поняла, что мне нужно дальше делать. Спасибо огромное организаторам. Это было бомбические 3 дня. Мы не спали, но этого того стоит. Кто не был, обязательно нужно побывать. Обязательно. Энергетика просто зашкаливала. Это было для меня сначала показалось, что я в пионерском лагере, когда мне было 20 лет. Я раньше работала директором пионерского лагеря очень долгое время. У меня было такое ощущение, что я в пионерском лагере, но потом поняла, что немножко тут не то. Много вещей, которые действительно помогли мне разобраться. Сама с собой. Благодарю еще раз организаторам, Наталье, Геннадию. Вы просто молодцы. То, что делаете в этой жизни, действительно возвращаете яркие глаза. Меня всю неделю тут спрашивают мои знакомые: «Наталья, что с тобой случилось?» Я на самом деле, у меня вот тут вот правда крылья какие-то. Я лечу. Спасибо огромное. Слава Богу. Знаете, главное не растерять это, потому что мы